Манекенщица из рода Романовых Наталья Полей. Внучка Александра II, ставшая мировой супермоделью. Любовница Жана Кокто, вообще-то он был гей, но говорят, что Натали он сделал исключение. Антуана де Сент-Экзюпери. Именно в год знакомства с Натальей он написал «Маленького принца» и «Эриха Марии Ремарк». О романе друг с другом они оба вспоминали всю жизнь. Бросил ради манекенщицы старейшую, но все еще прекрасную и знаменитую Марлен Дитрих. Кстати, в романе «Ремарка. Тень в раю» история главных героев повторяет историю писателя и Натальи. В 1933 году Полей переезжает в Америку, потому что хочет больше славы. Снимается в Голливуде на горках Вог. Шокирует мировую общественность фотографиями, на которых ее душат обнаженные мужчины. А в 1961 ее перестает интересовать свет, и она становится затворницей почти на 20 лет. Она не отвечает на звонки и письма и не желает видеть знакомых и родных. В 1981 она ломает шею бедра и оказывается прикованной к постели, принимая смертельную дозу снотворного и